Всем привет, ребят, с вами Дэн. Сегодня хотел бы рассказать, как увеличить дорожный клиренс и уменьшить, сделать посадку и завысить автомобиль под бездорожье. Для этого нам понадобится инструмент. Вот данный инструмент. Все повторяем, как у меня на видео. Выкручиваем на единицу. Это для увеличения дорожного клиренса и константу. Данный автомобиль Ford F-150 поднялся. Чтобы занизить, например, данный автомобиль, мы уменьшаем в минус единицу и константу такую же. И машина низкая. Ну, это сильно, прям очень низко. Делаем вот так, и можно передвигаться. Тяжело, но можно передвигаться. Также, чтобы сделать, например, либо чтобы у нас был автош, наподобие автоша, делаем так по умолчанию. Здесь увеличиваем на единицу, у нас приподнимается перед. Также и здесь по умолчанию делаем минус, поднимая, нет, наоборот, единицу здесь, и поднимается задняя часть автомобиля. Ну, в принципе, на этом все, ребят. Спасибо за просмотр. Пока.